следующем номером фестиваля «Интерпола» будет выступать группа «Дочь Манули Кеннеди». Пока она коммутирует барабаны, я заполню паузу чтением традиционных стихов. Надеюсь, что это будет не очень долго. Первое стихотворение этого короткого сета называется, как все уже, наверное, догадались, «Армагеддон». Поставь любви своей кордон и не ищи решений. Грядят, грядят, Армагеддон, взаимоотношений. Законам Бога вопреки и дьяволу в угоду откинет нравственность коньки к назначенному году. Грядет Содом и Вавилон, Гевенна и блудница, упьются девушки вином и перестанут мыться. Движение жизни перейдет в критическую фазу. Духовный уровень падет внезапно, резко, сразу. Иные, правда, сберегут крупицы убеждений. Они соблазнов убегут для качества суждений. Они помолятся в душе и тихо улыбнутся, когда все яйца Фаберже на родину вернутся. И второе, последнее стихотворение этого короткого заполнительного сета. Оно является такой рефлексией на тему бытования германской культуры и субкультуры в советском и постсоветском обществе. Оно называется «Берлинская былина». В Берлине, где колбасы, там, где шнапс течет водой, выходил на Фридрихштрассе нетчанец молодой. У него пиджак без складок, взгляд пронзителен и дик, у него в душе порядок, а в руке букет гвоздик. Подошли к нему даосы, подошли и говорят: «Дай-ка лысый папиросы, табачком порадуй, брат!» Улыбнулся нетчанец, шмайсер смазанный достал, и даосом с их вопросом в тот же час шандец настал. Между строчек причетой нота стойкая сквозит. Ты в толчок спусти таблетки, вылей пиво, паразит. Брось на землю папиросы и не ссы, что насорил. Лучше палки, чем колеса, так нам Пушкин говорил.